Друзья. Давай. Товарищи, друзья. Здравствуйте, добрый вечер. Да, мы на канале Жека, анекдоты. Владимир очень такой приятный человечек. Расскажет вам очень такой приятный и интересный анекдот. Про что анекдот? Пошел. Про баню. Раз, два, три. Про баню. Про какой баню? Поехали. Мужик приходит в этот, в баню. Ну, я хочу искупаться, нахуй. А ему батюшка говорит, для сегодня же, блядь, не мужской день, а женский, нахуй, банный день. Ну, он, блядь, он говорит, я хочу помыться, блядь, тыры-пыры, блядь, быстрее, нахуй, ебать, пока баб нет, нахуй, ебать, сейчас, блядь, это самое. Он, ну ладно, иди. Ну, он купается такой, блядь. И это самое. Хуяк купается, купается, хуяк, дверь открывается, две бабы, нахуй, заходят. Две бабы заходят. И он так вот прислушивается, а я не начинаю о чем-то говорить. Одна говорит, блядь, вот я была в Америке. В Америке была. Там, блядь, в бане, нахуй, поставили статуэтку мужика с большим-большим хуем. Ну, блядь, хуяк, блядь, берешь, дергаешь за хуй, а он тебе веник дает, блядь. Второй раз дергаешь, блядь, он тебе тазик дает, блядь. Одна такая, нихуя себе, блядь. Ну, а вот такой мужик, блядь, прошарил, блядь, подбегает сзади, становится такой хуй с большими елдой, блядь, такой, нахуй, ебать. Она поворачивается, блядь, и говорит, ебаный урод, блядь. Мы нас такую же тоже спасали, смотри, блядь. Ну, раз, блядь, дернул он, нахуй. Он ей, блядь, тазик дал, нахуй. Второй раз дернул, блядь. Веник, нахуй. Третий раз дернул. Он вот, он еще и шампунь дает, блядь. Вот так вот.